Олег Георгиевич, с победой. Как у вас эмоции после такой сложной игры? Ну, спасибо большое. Ну, вот за какие. Ну, естественно, понятно, что радостные. Вот, ну, уже сейчас, честно говоря, то есть сейчас уже время прошло какое-то. Уже надо думать про ноябрь месяц, уже про две последние игры, которые у нас остались. Уже мысли про это. Вначале соперник владел инициативой. Так планировалось или действительно так хорошо Словения выглядела? Нет, понятно, что не планировалось так в Словении. Понятно, что, опять же, владела сначала инициативой. Там, по мне, это было там, 5-7 минут. Это нормальное явление. Команда, играющая дома, и которая только победа была нужна. Поэтому они прессинга, ну, играли больше там, скажем, на атаку. Потом игра выровнялась. Это нормальное явление. И слава богу, что так сложилось. Вы когда-нибудь видели, чтобы Джики бил через себя и забивал такие голы? Я не видел. Следили параллельно за матчем в Хорватии? Нет, вообще не следили. Сказали мне уже, когда прозвучал свисток уже на лавке. Видимо, кто-то следил. И там сказали, что да, еще что еще, и Хорватия ничего сыграла. Сейчас, если подводить итоги турнирной таблицы. Ну, там понятно, что приятно, что на первом месте идем. Но опять же, это ничего ни о чем не говорит. То есть надо еще как минимум набрать столько же очков, как Хорватия. Тогда и будем смотреть таблицу.